Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Смуглянка, молдаванка, отвечала парню так: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждет меня дорога к партизанам, лес густой. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Наталья Батькарева, Юлия Савичева, Елена Воробей, Сергей Остатов и ансамбль песни и пляски Военно-воздушных сил России. Дорогие друзья, как вы, наверное, догадались, это было наше поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. Мы хотим вам пожелать счастья, здоровья, долголетия, и чтобы в вашей душе всегда играла музыка. Ну а вы под нее танцевали. Пара номер три. Сергей Астахов и Фридрих Ницше говорят: «День прошел зря, если я не танцевал». Светлана Богданова с ними полностью согласна. «Эх, королевства маловато! Жаль, разгуляться негде», — подумал Сергей Астахов, репетируя квикстеп со Светланой Богдановой. Вы знаете, ради этого стоило идти на проект. Ну, разумеется. Где еще для вас так станцует Сергей Астахов? Все участницы проекта согласны, что Светлане Богдановой очень повезло. Вот здесь акула, акула. Вот, я ее увидела. Света учит его хореографии, а он учит ее актерскому мастерству. Вот так. Ну, это надо делать. Это за что же можно Да, 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 так акулу увидел. Да, 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 да. Эта пара так сблизилась, что даже в дни рождения не столько празднуют, сколько танцуют. У нас сегодня день рождения. Именно сегодня. Хочется как-то эмоционально что-то сказать такое. И что-то, блин, ну я обязательно, я тебе в танце все расскажу. Иногда на цветах стоит остановиться. Видишь, вот на вот. Что я иду с ней, смотри, я вообще превратилась... Не, а ты, ё-моё! Подожди, подожди, не бойся. Пляжный сезон открывает пара номер три. Сергей Астахов и Светлана Богданова. Квикстеп. Putting on the rings, different dance, where are they? Contemporary.
Beautifully strut, smoke out the way, perfect feet, putting on the roots. Dress and top like million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super dick one, come let's mix for Rockefeller's, what we sticks for umbrellas, see the means, putting on the roots. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and hollow collars, white spots and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue but you don't know where to go to, why don't you go where fashion sees? Putting on the Ritz. Different types, who wear a day, got first with stripes, all got away, got perfect feet. Putting on the Ritz. 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 Сергей Астахов и Светлана Богданова. Потрясающие костюмы, цветы от поклонников, как всегда. Сереж, ну сегодня ты, по-моему, доволен танцем и вообще происходящим. Ты, да, очень редко... хорошо сегодня атмосфера. На самом деле зал принимает хорошо. Это самое главное. Да, очень хорошо. Так, ну, Екатерина, так уж сложилось, что в прошлый раз я вам не дал слово при прослушивании мнения о предыдущем выступлении. Ну, и так сказать, я помню, что вам как-то не очень выступление Сергея Астахова. Может, сегодня как-то понравилось? Вы знаете, а меня сегодня Сергей удивил, потому что я была уверена, что он останется верен себе, как настоящий мужчина, и, как обычно на паркете, будет заниматься только собой. Потому что это, к сожалению, именно то, что я наблюдала до сегодняшнего дня. Но сегодня вы существовали в диалоге, Сережа, это первый раз. Потому что обычно ваш козырь – это монолог. И я счастлива, что вы заметили, что у вас изумительная партнерша. И мне кажется, что если вы будете держаться этой тенденции на паркете, то имеете большие шансы получить в моем лице настоящую поклонницу. Здесь без комментариев. Спасибо. Спасибо. Станислав, ну, с точки зрения... Это у нас какой танец был, я же забыл. Квикстеп. Фокстрот. Это на тему квикстепа было, это да. Квикстеп. Да. Оль, какой фокстрот? А я судил фокстрот. Нет, судил? Это был квикстеп. Коля. А я танцевал джайв. Да. Квикстеп. Ну, это же быстрый фокстрот вообще, квикстеп, да? Квикстеп – это быстрый фокстрот. Легкая прогулка, объяснили мне, легкая прогулка. Сергей, вы знаете, что я с большой симпатией к вам отношусь, как к актеру. И вы знаете... Я это заметил, по оценкам. По оценкам. Вы знаете, вот если бы, допустим, неопределенные недостатки в танцевальной технике, то для меня этот номер был бы сегодня одним из лучших. Могу сказать, что мне не удавалось полностью отследить все, что вы делали, потому что как только Светлана разоблачилась, больше невозможно было смотреть ни в каком направлении. А взгляд был устремлен на потрясающую Светлану Богданову. Но вы сегодня, я согласен с Екатериной, вы уделили так много внимания, что ваше мужское достоинство превалировало в вашем танце. Но технических кондиций с точки зрения техники все-таки не хватало. Вы знаете, позвольте одну секундочку. Да. Я так долго уговаривал Свету и тех девушек, которые шили, да, чтобы подняли повыше. Сколько мне это стоило труда. Нет, вот на этом остановились. Было вот тут. Не надо, пусть это... Просто я понимаю, да. Это оправдание. Да. Подняли Станислав, все хорошо, дальше уже можно есть область для фантазии. Спасибо, Станислав. Спасибо. Как всегда, Станислав Григорьевич говорит афоризмами. Мужское достоинство превалировало. Это здорово. А что у тебя там за татуировка? Вот, Максим, как я тебя люблю. Смотрите, кто расшифрует? Я знаю. Ну, написано два
разделить на... Нет, 2-1 вчера был счет, равно 3. Наша пара — это победа. А, так это свежее это, образование. Это тоже афоризм своего рода. Не можем танцем, хоть немножко что-нибудь попишем. Ну, ты нам не дал проявить эрудицию, мы бы что-нибудь пофантазировали. Дорогие друзья, Николай и Алла, я смотрю на них украдкой, переглядываются так уже, знаете, они уже заодно. Мне кажется, у них сейчас будет общее мнение. Да, в одной цветовой гамме. Пускай говорит Алла. Ну, хорошо, за двоих. Мне кажется, что сегодня явная удача у Сережи. Ну, Света всегда хороша, даже не обсуждается. А у Сережи явная удача, потому что вы всегда были таким представлены, таким мужчиной, мачо, таким героем-любовником. А оказывается, вы просто замечательный, характерный, комедийный, может быть, даже артист. Коля? Да, я Свету впервые увидел сегодня. Да. Как да. Впервые? Я не знаю по поводу того, что с тканью вы уговаривали, но если бы вы сразу сказали, что вообще без всего выходили, мне кажется, цех бы пошивочный был бы в счастье. Это на первый канал. Сегодня экономить на... Экономить. Да, экономить, ну, это лучше. Я... Во-первых, мне понравилась песня. Так я думал, у вас общее мнение на двоих. Нам песня понравилась. А? Как она красивая. Путин. Ну, дальше. И? Неважно. А, вот так, хорошо. Уже за такую песню... Хочется поставить самую высокую оценку. Как ты сейчас, Коля, выступил прямо. Молодец. Ты не перепутал программу «Вести» после нашего эфира. Карен Георгиевич, а вот всегда ли противопоставляется мачо хорошему артисту, вот комическому? Я думаю, часто. Я думаю, что в этом номере вообще надо оценить вот этот вот момент, потому что для артиста, который все-таки у Сергея, да, амплуа героя, и который способен вот так одеться, так выйти, поверьте, это стоит дорогого. Это стоит дорогого. Это настоящий артист. Хорошо, это ты у Воробей подсмотрел, по-моему. Мы же талантливые друг у друга, ой, что-то подворовываем. Назарова, правильно. А он хороший режиссер. Мы работали долгу, вместе. Я перед ним в долгу. А что, для этого надо так пройти, чтобы Я к своему стыду... Ну, так получилось. Он замечательно сыграл у меня небольшую роль. Вырезал, всю? Да, но она небольшая была. Всю. Я в долгу перед Сергеем. В долгу, спасибо. Но, так сказать, спасибо. Я это помню. Но спасибо. Деньги-то он хоть получил? Я надеюсь. Карен Георгиевич не в курсе. Судя по тому, как он ходит, нет. Ну что, Светлана и Сережа, ищите хорошие оценки в комнате смеха, слез, печали, радости. Спасибо. Дорогие друзья, если вы болеете за пару Сергея Стахова и Светланы Богданова, срочно возьмите телефон, позвоните или отправьте смс-сообщение. Ну и мы узнаем, какие оценки они получили сразу после рекламы на телеканале «Россия». В прямом эфире на телеканале «Россия» продолжается шоу «Танцы со звездами». Уважаемые телезрители, голосуйте за свою любимую пару. Напомню, что сразу после окончания нашего конкурсного дня выйдет программа «Вести», короткий выпуск, а затем мы выйдем в эфир снова и объявим вам результаты зрительского голосования и сложим их с результатами голосования жюри. Ну а сейчас все внимание в комнату Даши Спиридоновой, там Сергей Астахов и Светлана Богданова. Живописно проплыла группа полосатых купальников по нашему танцполу. Действительно, Сереж, мы не ожидали тебя увидеть. И Карен Георгиевич просто, мне кажется, теперь предложит тебе какую-то невероятную комедийную роль. Главную. А тот эпизод, который мы не увидели в его картине, я думаю, что теперь можно издать отдельной видеокассетой. Ну, я думаю, да. DVD даже сейчас, видеокассеты уже не в ходу. Очень хороший был эпизод. На самом деле был задействован весь павильон. Там было около... по-моему, 500 человек массовки, которая сидела за столами и ела. Это был потрясающий, на самом деле, эпизод. Но, видимо, по каким-то причинам, наверное, художественным, Карен Георгиевич не захотел его ставить. Мы ждем издания DVD. Да. Сергей, давай сейчас узнаем, какие оценки поставили за вот этот вот замечательный комедийный образ, столь непривычный для нас, для всех. Комедийные два образа. Николай Басков. 10. Алла Сигалова. 10. Карен Шахназаров. 10. Станислав Попов. 8. Катерина фон Гетчман-Вальдек. 9. Сумма баллов 47.
Десятка от Аллы Сигаловой. Светлана, конечно, мы немножко расстроены. Я думаю, что на Станислава Григорьевича произвело впечатление, вернее, наоборот, его впечатление немножко было снято тем, что ты надела платье. Да нет, я думаю, Станислав Григорьевича это не отвлекает. Я думаю, не отвлекает, потому что он очень много красивых женщин видел на паркете. Вот так я себе. Вот. Но я на самом деле хотела сказать, что мы сделали Сереже подарок нашим зрителям, которые за нас действительно голосуют и два раза нас спасли, и мы танцуем в такой великий праздник, и мы победили на чемпионате мира, и великий праздник жизни, который отвоевал советский народ, я хочу это обязательно подчеркнуть, мы с Сережей хотели такой веселый танец, море, солнце, флирт, потому что так хочется, чтобы, немножко серьезности сказать, чтобы мир повзрослел и не допускал, чтобы у нас тогда когда-нибудь еще... Правильно, а Сережа ведь вышел еще и в начале в «Смуглянке-молдаванке», так что он сегодня два разных образа воплотил. Звоните и голосуйте за эту пару. Номер 808-803-333-50-03 или цифру 3 отправляйте на короткий номер 61-62. Сергей Астахов. Раскут рябый, клён зелёный, лист резной, я влюй парень, мой хороший, мой родной. Он вот такой. Спасибо.